Первые лица области встретились с рабочими. Временно исполняющие обязанности губернатора Никиты Белых и представители городской администрации посетили завод «Лепси». Во время встречи сотрудники предприятия пожаловались на качество питания в 59-й школе. Спустя два часа в это образовательное учреждение выехала комиссия от городской администрации. А здесь котлы, кастрюли всякие мы моем. Здесь оно споласкивается и убирается на стеллажи, просушивается. Не только моют посуду, соблюдая все технологии, но и готовят в хороших условиях качественную и здоровую пищу, рассказывает директор 59-й школы Светлана Карина. Еще два года назад сюда на кухню закупили новое оборудование. На что могли пожаловаться родители, не знает. И вопросов никогда не возникало по качеству приготовления пищи. С родителями проводится огромная разъяснительная работа. У нас питание, я хочу обратить внимание, здоровое, качественное питание. У нас нет тех продуктов, которые они кушают дома. Уроки в школе закончились, в столовой немноголюдно. В это время в учебное учреждение пришла комиссия из Департамента образования администрации города. На место специалисты выехали сразу, как только поступила жалоба. В ходе проверки осмотрели кухню, моечные и сушильные цеха. По результатам работы комиссии, состояние пищеблока и процессом приготовления пищи соответствует всем предъявляемым требованиям. Такие проверки, уверяют специалисты, они проводят по первому звонку. А жалобы, кстати, возникают в нашем городе крайне редко. Елизавета Халикова, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.